Всем привет, друзья и зрители моего канала. Сегодня я вам покажу, как сделать для донной ловли брикетик на карпа. Итак, нам понадобятся панировочные сухари, ванильный сахар, один пакетик, 10 грамм, да? Кукурузная крупа, кукурузная мука понадобится, и в ведерке у меня тут жареная семечка, молотая на мясорубку. Запах вообще бомбовый пахнет. И все. И пресс. Вот это, что я делал в предыдущем видео. Итак, начинаем. Итак, ребятки, поехали. Берем кружку. Ну, у кого кружка, у кого стакан. И насыпаем две кружки панировочных сухариков. Так, раз. Ну и два, тут уже само собой понятно, что тут уже кружка будет. Ну да, видите, смотрите. Кружка будет, так что можно не мерять. Вот так вот высыпаем туда. И так, берем теперь, ой, у меня упал пресс этот. Так. Теперь две кружки панировочных сухарей высыпали. Теперь берем пол кружки крупы вот этой кукурузной туда высыпали. Так, крупу отлаживаем в сторону и берем кукурузную муку уже. Кукурузной муки берем кружечку. Вот. Кружка муки кукурузной. Так, отставляем. Так, берем ванильный сахар. Высыпаем туда. Высыпали. Так, теперь берем нашу макуху жареную. Одну кружку высыпаем. И вторую. Две кружечки нам надо. Есть. Так. И берем вот это все, хорошенько перемешиваем. Вот это, что мы сюда понакидывали. Ой, запах, я вам... Вообще, бомбовый запах такой классный. Обалденный запах получается такой. Так, хорошенько вот так перемешиваем. Так, и берем, заливаем туда воду. Налил где-то 150 миллилитров. Так, и нам надо, чтобы оно такое мокренькое стало, чтобы потом нам забивать это в пресс, делать брикеты и затем высушивать в духовке. Так, еще заливаем водички. Так, понемножку воды заливаем, вот так вот, и все. Вот, уже оно уже нормально. Ну еще вот, надо, чтобы оно лепилось, получается. Но запах вообще бомба. Карп будет довольный.
Так, заливаю вторую кружечку. Понемножку. О, уже начинает лепиться. Вот это уже хорошенькое будет. Воду отставляем. Вот когда начинает уже лепиться, тогда это уже готовое. Будем сейчас пресс. Пресс залаживать и прессовать будем брикеты и высушивать. Так, все. Вот так вот должно получиться. Ну, оно уже так хорошенько будет лепиться. И все, отлично будет вообще. Итак, размешали. И берем вот заглушку нашу, вставляем сюда, в этот пресс. Вставили вот так вот, да? Теперь берем, налаживаем вот эту нашу. Так, лучше это делать чайной ложкой. Лучше делать. Это и не получается. Сильно большая. Так и залаживаем где-то 4 ложки чайных. Так, берем палочку вот эту, вставляем и кольцо туда тоже вставляем и берем вот трубку ПВХ и утрамбовываем туда хорошенько. О, класс получается. И дальше насыпаем. Такой классный пресс у нас. Посмотрите в предыдущем видео изготовление этого пресса. Так, утрамбовываем. Оно утрамбовывается быстро. Рассыпается немножко, но ничего страшного. Из-за того, что палочка стоит, вот это рассыпается. Главное держать хорошенько рукой этот пресс, чтобы из-под низу не выдавливалось жмых. Вот. Еще последний. Немножко туда утрамбуем. Так, и последний вставляем и утрамбовываем его. Не забываем хорошенько. Вот. Уже утрамбовалось. Так, и вот это, что мы вот это сделали сейчас, да, утрамбовали там. Это назад сюда и берем листик такой, пергаментную бумагу туда и берем теперь вот эту брикеты выдавливаем с нашего пресса. Вот, вы выдавливаем, выдавили и все, и снимаем нашу заглушку, я думаю, вам видно. И вот теперь с палочки вытягиваем палочку и все, разделяем брикетики. Так, тут один большой получился, вот такой. Ну, это и они с дырочкой получаются классные. Ну, такие большие я делаю это, чтобы на рыбалке руки вот это в кашу
Не мазать, а вот это взял, закинул вот так от воду и все. И классно, и получается клюет и красноперка, и карась. И, короче, вся белая рыба. Заложили, выдавливаем теперь. Вот. Все, получаются такие брикетики на карпушу. Вот, с дырочками. Классно получилось. Так, уже заканчиваем. Утрамбовываем вот так вот. Запах у этой прикормки бомбовый, вообще сладенький. Напоминает халву. Классно. Будет. Так, утрамбовали. И быстренько так чмяк и выдавили. И все, как шашлык шампура вот так вот класс. Немножко неровная, но это не страшно для рыбы. Так, вот такие брикеты получились. И теперь берем, ставим их при температуре 50-70 градусов в духовку, в электрическую. И сушим где-то 2-3 часа. Затем после 3 часов или 2 досушиваем еще 3 дня и все, и брикеты наши готовы. Итак, поехали. Так, поехали наши брикетики в духовочку. И все, выставили. И пускай они наш подсушиваются 3 часика. Так, вот подсушились наши брикетики, макушатники, уже с готовой дырочкой там. Простояли в духовке 3 часа, ну такие плотненькие, но еще надо, чтобы подсушились немножко, нормальные такие. Дырочка есть. О, отлично. Так что, друзья, кому понравилось такое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.